Друзья, мы продолжаем тематику распаковок интересных товаров от компании Xiaomi. Сегодня я расскажу вам о товаре, который будет полезен как при работе за компьютером, так и во время поездки в автомобиле. Всем привет, с вами канал Китай Power, мы начинаем. Термо Xiaomi Mi Jia Vacuum. Давно присматривался к этому товару и все-таки решил купить. Я за день выпиваю огромное количество жидкости и большую часть выпитого занимает чай. Для меня нет разницы, какая пора года за окном, зима или лето, пью его круглый год. Поэтому данный товар для меня максимально актуален. Хочу отметить, что он выполняет сразу две функции. Это сохранение определенного температурного режима напитков, чтобы вы могли согреться в непогоду и освежиться в жаркий летний день, и функцию чашки. То есть вы набираете в него любимый напиток, кофе или чай, и пьете прямо из него, потому что эта функция продумана производителем. Это очень удобно, и я постоянно пью прямо из него, и не имеет значения, дома я или на улице. Он подойдет всем, ну вот прям всем. За счет своей цилиндрической формы можно брать его с собой в автомобиль, он легко помещается в штатный подстаканник, и можно наслаждаться любимым кофе или чаем, стоя в пробке. Также его можно давать детям в школу, наливая их любимый напиток. Цвет напыления можно выбрать, у продавца есть несколько вариантов расцветки. Применение ультратонких материалов позволило создать термос, который не обременит вас своей массой и размерами. Его можно разместить в дорожной сумке или в детском рюкзаке. Термос имеет пятислойную конструкцию, один из слоев термоса выполнен из высоколегированной жаропрочной нержавеющей стали. Данная марка стали обеспечивает прочность, стойкость к коррозии, агрессивной среде и температурным воздействием. Между несколькими слоями образуется вакуум, который способствует поддержке температуры жидкости внутри термоса. Нельзя не отметить его внешний вид. Черный матовый цвет очень красиво и брутально смотрится. Многослойная конструкция и герметичная крышка с вакуумным уплотнителем позволит надолго сохранить необходимую температуру жидкости. Залив вовнутрь термоса кипяток, даже спустя несколько часов вы сможете заварить чашечку горячего кофе. Внутренний зеркальный слой металла отполирован в электролите, не препятствует сохранению необходимой температуры и очень легко очищается от загрязнений. Емкость термоса 350 мл, при весе всего в 190 грамм. При этом он подходит для хранения как горячей, так и холодной жидкости. Он легкий, компактный, надежный, современный и стильный. По моему мнению, цена полностью соответствует качеству товара. Ссылку на продавца, у которого покупал этот термос, оставлю в описании под видео. Обязательно подписывайтесь на канал и пишите свое мнение о товаре в комментариях. Я приготовил для вас еще много интересных товаров из Китая, а также конкурсов, которые мы проведем в следующих видео. Победителя в прошлом конкурсе вы видите на экране. Я всем желаю удачи и самое главное, покупайте с умом.